Всем здравствуйте, доброе утро. По гидроплазме хочу поделиться результатами. Когда я пила гидроплазму, ну, в смысле, эту воду с гидроплазмой, я не болела практически. Потом у меня нервозность прошла, нервничать перестала. Вообще, в целом, организм как будто бы вот какие-то получает микроэлементы, что очень хорошо себя чувствуешь. Мне до этого желудок болел, вот иногда вечерами бывало, что желудок мог болеть. Желудок перестал болеть. И вообще в целом, мне кажется, он как-то в организме вот это все нормализует, что, как сказать, кислотности меньше, что ли, потому что у меня, я знаю, что кислотность повышена. Вообще легкость ощущаешь, энергии много. В общем, я довольна этой водой и буду брать еще больше. И вообще, знаете, свежесть лица постоянная. Вот я когда начинаю ее пить, эту воду, сразу лицо такое свежее, в общем, шикарно. Вот как после, как будто бы санатория какого-то, после очищения. У меня вот такая свежесть была после Сарагаш, когда мы ездили в этот Чимкент. Желудок, когда я лечила, вот такая свежесть была после вот как минеральной воды. Поэтому всем советую, ну, шикарная вещь. Вот результат на лицо сразу же на второй день, особенно для женщин, мне кажется, даже морщинки где-то подтягивает. В общем, кислотность, у кого меньше, у кого больше, она восстанавливает.